волчок, крутится волчок. Итак, в эфире, в гостях у нас музыканты группы «Круиз», и я передаю слово в студию Григорию Шестакову. Итак, в гостях Александр Монин и Григорий Безуглый. Люди, которые, так сказать, стояли у истоков «Круиза». И «Круиз» — это, на самом деле, одна из легенд отечественного рока, без преувеличения. На самом деле, вот этой песне уже Волчку 15 лет. Да, скоро 16. Скоро 16, будет совершеннолетний. Да. А ощущение такое, что вот как бы все недавно происходило. Ну, это на самом деле недавно происходило, во всяком случае, запись этого концерта. Вопрос следующий. Вот вместе с этой песней, вот представьте себе 80-й год, год Олимпиады, да. Мишку. Как жилось в то время «Круизу»? Да жилось, в принципе, всегда здорово и весело, потому что «Круиз», ну, он сам по себе как-то никогда не был оркестром там, или там, именно каким-то вокально-инструментальным ансамблем. Это всегда было некое братство такое единомышленников, которые по-настоящему друг друга уважают и где-то даже любят, как по-братски так. Но на самом деле ведь «Круиз» был во многом пионером. То есть, на самом деле, это была практически первая хард-роковая группа в стране, которая имела фантастическую популярность. Я имею в виду, по популярности, как бы она была номер один. «Круиз» был очень хорошо организован, ну, так сказать, с точки зрения менеджмента в то время, поскольку им занимался Матвей Анечкин, человек очень такой... Достаточно интересный и плотный. Да. Но, наконец, скажем, «Круиз» связан с такими именами, как Валерий Гаина, и, как это ни странно, для многих это уже странно звучит, Владимир Пресняков младший. Ну, младшенький, конечно, и нет. Причем и старший Петрович тоже очень активное участие принимал. И Леночка Преснякова тоже. Это те люди, которые постоянно были с нами рядом.
И, ну, так до сих пор мы еще как-то так поддерживаем, продолжаем поддерживать отношения, но в то время это была настоящая тоже дружба, такая искренняя очень. И Володечка младший писал песни, которые мы исполняли с удовольствием. Вот это, как ты говоришь, легендарная команда с удовольствием брала песни этого мальчишки 12-летнего и с удовольствием исполняла их, потому что это были хорошие динамичные песни. И он с нами также участвовал в концертах. И Петрович, мы исполняли пару песен Петровича, старшего Преснякова. Вот, а в свою очередь они тогда работали с Леной в «Самоцветах» у Юрия Федоровича Маликова. И «Самоцветы», как там, типа, поддерживая традицию, пели наши какие-то песни. Ну, то есть это была дружба. Это, в общем, именно... это была такая эпоха братства. А насколько я помню, Круиз очень часто работал в сборных концертах. Да, ну это было. А специфика. С кем вы работали? Ну, это была специфика тоже вот этих 80-х годов. То есть всегда были сборные огромные концерты, на которых можно было посмотреть самых разных исполнителей. Ну, не знаю. Зыкиной работали? Зыкиной работали, да. Мы даже работали с Левитаном, с этим известнейшим диктором, который всю войну отговорил. Ну, это, ну... И Щукин, певец, да, который Щукин. Пел. Ой, ты земля целинная. Да, и Мишка, где-то. Твоя Мишка, да. Вот. То есть, ну, это была масса людей, с которыми мы тоже почему-то так очень сходились, очень дружили. И вне концертов встречались в номерах, в гостиницах, там обсуждали, они нам рассказывали про свою жизнь, достаточно интересную тоже. И нам казалось, что наши все трудности какие-то мелкие, потому что там половина тех людей, с которыми мы работали, эти киты, вот они и в тюрьме посидели за то, что они делали, и, ну, то есть и хлебнули из полной чаши тоже своего. Ну, давай тогда немножко вернемся в нашу студию и послушаем музыку. Да, сейчас, кстати, я извиняюсь, на секундочку прерву вас, но у нас же есть вопросы от Ивана Суворова для начала с Радио Европ Плюс. Иван, пожалуйста, вопрос. Доброй ночи, Саша, доброй ночи, Гриша. Гриша, другой привет. Саша, вопрос к тебе. Если я не ошибаюсь, если меня память не изменяет, мы не виделись уже где-то около года со времен музыкального базара на Таган. Да. Вы же были такие замечательные. Да, что это был класс. Скажи, пожалуйста, что вот за этот год произошло самого яркого с группой «Круиз», с тобой в частности? Какое-то вот событие запомнилось так же, как вот те концерты? Ты знаешь, самое яркое событие прошедшего, во всяком случае, года для меня, это было мое 40-летие, вот, которое мы отпраздновали в «Жар-птице». Есть такой в Москве прекрасный клуб «Жар-птице». Вот, я там собрал всех своих друзей. И это был грандиозный сейшн, где присутствовали, ну, не знаю, ну, практически все мои друзья. Почему «Жар-птица»? Я праздновал свой день рождения, потому что дома просто такое количество друзей, что дома они просто не поместились. Вот, это вот самый запомнившийся для меня, да, такой вот. А для меня мой день рождения тоже 40 лет, и я справлял в лесу, и тоже нормально. Это тоже было здорово, да, это нам 80 лет, мы на двоих. Вообще трудно себе представить, сколько всего лет «Круизу» вместе. Барабанщику 40. Мы считали, что-то там получилось там около все. Полутысячи, что-то такое. Да. Ну, у меня тогда предложение еще тогда немножко поностальгировать и послушать музыку. С удовольствием. Thank you.
я на луне. Она прекрасна и чиста, бледна и холодна. Папа, мама,
нам дозвонился Евгений, видимо, поклонник группы «Круиз». Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я действительно старый поклонник «Круиза». Мне очень нравится эта команда. Просто, можно сказать, я воспитывался на музыке «Круиза». Спасибо большое. И ваше спасибо. За ваше творчество. Вот, у меня три таких небольших вопросика. Почему ваш компакт-диск, который издался, не вошла такая песенка, как «Привидение» или «Кошмарный сон», а вот вам так назывался, замечательная вещь. Угу. Вот, второй вопросик такой. Будут ли еще издаваться какие-то старые записи на CD-шках? И третий вопрос. Может быть, вы знаете, как там дела у Гаина сейчас? Очень прекрасно. Музыкант, хотелось бы узнать. Такие вот вопросы. Ну что, отвечаем на три вопроса. Значит, песенка «Кошмарный сон», которая называется, про привидений. Вот, она не вошла, да, в CD-шку, но туда много песен не вошло, потому что нами было записано что-то, по-моему, около 40 там, или около того песен в тот период. А на CD-шке всего там, по-моему, штук 16 этих песен. Вот. Значит, ну, будут ли еще издаваться? Да, надеюсь, будут издаваться, потому что сейчас как раз мы собираемся сотрудничать с такой фирмой грамзаписи, которая называется «Мороз Рекорд». Вот, и собираемся там выпускать несколько концертов на различных носителях, в том числе там будет антология российского рока, вот, в которую войдут старые записи «Круиза». Ну а также мы работаем сейчас над нашей новой продукцией, которая в ближайшее время, надеюсь, будет записана тоже. А что насчет Гаины? Фу-фу-фу. Ну подожди, еще по очереди. Да, ну, вот, а значит, про Гаины расскажет Гриша. Ну, Валера нормально. Он записывает китайцев, монголов и всех остальных в Лос-Анджелесе. У него группа «Карма», очень хорошая группа. У нас есть компакт-диск. Вот. Ну, это американская группа. Да, альтернативная группа. Такая музыка. Американская группа, все американцы, Валера один наш. Один молдаванин, да, наш. Вот. Так что он там живет, неплохо себя чувствует. Кстати, и Сережа Сарычев тоже звонил. Вот. Может быть, они приедут сюда к нам на какие-то концерты. Было бы хорошо собрать «Круиз» как бы... Ну, это на какой-нибудь большой праздник. С Борисом Зосимовым мы общаемся. А вот вопрос. Вопрос у меня такой. Что-нибудь осталось, какие-нибудь архивы, видеоархивы 80-х годов? К огромному сожалению, это как раз тоже начало 80-х и середина 80-х. Это самый расцвет группы «Круиз» и такой взлет. Это, ну, тогда мы были лишены такой прелести, как видеозапись. Вот, с ВХС-ок, которые сейчас у нас. Да, это сейчас зато мы, да, мы наверстываем теперь изо всех сил, потому что, ну, в прежние времена вообще всячески не поощрялась рок-музыка. И если там, допустим, можно было на телевидении что-то, в смысле на радио, если можно было что-то услышать и увидеть такое, то на телевидении, как правило, рок-музыка не проходила, ну, поэтому не было и съемок никаких, и ничего такого. У нас еще один телефонный звонок. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я вообще благодарен нашей этой группе. В свое время очень давно, я давно-давно когда-то не слушал. Но с тех пор прошло столько много лет. Вообще очень хотелось бы, так если можно, узнать. Вот был «Круиз», потом он одно время как-то очень резко взял и замолчал. Да, было такое вот. Время. Потом очень, ну сколько примерно, был какой-то перерыв, примерно год, может быть, два, да. Пришлось как-то попасть на группу «Круиз», и здесь случайно совсем... Вообще абсолютно другая группа. Да, но это был такой эксперимент, проведен Валерием Гаином. Он использовал, ну, я считаю законно, вывеску «Круиз» и набрал трио, вернее, дуэт молодых ребят, и вместе с ним это было трио «Круиз». Вот, это был Сережа Ефимов, очень классный барабанщик, и Федя, бас-гитарист, Васильев. Вот, ну, он использовал эту вывеску, но бог ему судья, но это, естественно, не был «Круиз». Понимаю. «Круиз» все-таки возвращается, да, ну, к тому, а вот с чего он начал. Со своим истинным лицом «Круиз», вот он сейчас опять, да, собрался, слава богу, и продолжает свою жизнь. Тогда предложение еще разочек послушать и посмотреть тот концерт, который мы записали в студии на Шабловке. Ну, давайте посмотрим. Старинная круизерская песня «Как трудно жить». Светлой сказки.
пьешь мертва. И без высоких отречений душа как храм, душа как храм без божества. А как вот вам живется сейчас? Отлично. Слава Богу, да, слава Богу. Сейчас уже все те люди, которые нас окружали там 20, там 15 лет назад, они все уже подросли и заняли достаточно такие хорошие позиции. Мы сейчас очень активно тоже вот, сотрудничаем с Борисом Зосевым, собираемся записать классный концерт. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Алло. Здравствуйте, это звонит Наташа Ильянова. Здравствуйте, Наташа Ильянова. Я хотела спросить, когда и где можно будет увидеть вас в ближайшее время, поскольку я люблю вашу группу с 6 лет, вот, и, может быть, в том, что я выросла достаточно добрым и достаточно воспитанным человеком, в этом есть, в общем-то, и ваша заслуга, поскольку мы старались. Все очень светлые и добрые. Спасибо, Наташечка. Спасибо. Ну, я не знаю, в ближайшее время сейчас ничего не могу сказать о том, какие будут у нас концерты. Ну, следите за рекламой, скажем так. Вот просто хотелось еще вот именно ответить, продолжая отвечать на этот вопрос, сказать о том, что очень много классных, именно по-настоящему классных людей, которые преданы музыке, преданы вообще рок-н-роллу, преданы культуре, преданы России, которые по-настоящему любят эту страну, любят все, что здесь происходит, и искренне нам помогают. Вот, я не знаю, я хочу всех очень крепко обнять, этих людей, пожать им крепко руку, пожелать им всего-всего самого хорошего, вот, и поздравить нашу большого нашего друга Любочку Воропаеву с днем рождения. Сегодня, да. Вот, да. Это эти люди, которые нам классно помогают, с которыми мы надеемся сделаем еще не один проект. А я поздравляю ваш родной город Люберцы с 70-летием. И мы слушаем последнюю песню группы «Круиз». Ну да. Тащись этапа на этап по пустырю,
по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешаю спать в постели без этих утренних звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее пусты. А как ты думаешь, папашку, освобождая за плечи, учи и мучи до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи, училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь, она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Разрешаю спать в постели. Дай ее за плечи, учи и мучи. В эфире российского телевидения в программе «А» и на радио «Европа плюс» вы смотрели и слушали «Ad libitum» группы «Круиз».